Он, короче, свою руку потом... Нахуй, блядь! Поедем. Ты чё делаешь? Ударяющего! Ударяющего! Ударяю, блядь! Ведьмовина! С ума воехал, всё! Двуличный, блядь! Армазк шахсон! Давай, блядь! Оружие! Оружицом, ветник! Уважаемый, тебя не слышно. Выходите, я сейчас, который наказал. Меня слышно! А ну, Джонни, не понял, что за РП? Что за РП, я не понял, Джонни. Джонни? Это кто вообще? Чё за РП по-братски, он о чём говорит? Джонни? Чё за РП? Меня слышно? Он что говорит? Брат, слышишь меня, ингуш? Ой. Ты мне так и не сказал конкретный косяк за Сабурой. Подожди, там и нас, оушус. Скажи по-братски, чё за косяк за ним? Ну реально, вот по факту. Мы же мужчины, мы же... Блядь, слышишь? Да. Чё тут случилось? Да. Чисто такие моменты перестрелочные и... Братан, слышишь меня? Я с ним, я ему салам не кидал, чтобы какие-то потом дальнейшие косяки с ним были. Как только они залетели, он, у меня с ним... Погромче говори. Слышишь? Он слышит тебя. Чугарбодзе, бля, слышишь меня? Это наш, ты че делаешь? Короче, ингуш, у него косяк за то, что за перестрелки, да? То, что он стрелял в тебя. Тебя не слышно, ингуш? F8 нажми, брат. Не слышно. Слышно? Вот сейчас, да. Я говорю, как они залетели, так у меня и начался с ними кипиш. Я тебе говорю, я с ними никогда не братался. И чтобы... Ты говоришь косяк. Косяк бывает тогда, когда ты с человеком как-то дружишь или что-то, ну какие-то общие интересы у вас с ним есть. И когда кто-то кого-то кидает или что-то говорит, то тогда бывает какой-то косяк. А с ним у меня от начала и по сегодняшний день был только негатив. И поэтому я не могу тебе как-то... Ну в честь чего, брат, негатив? Ты говоришь негатив. Ну как можешь с человеком просто с воздуха негатив? Это ассаламу алейкум. Валикум, подожди, братан, блядь, тут разговор идет. Эй, ты чё, блядь, не общайся, блядь, дурачок. Иди нахуй. Это наш, это наш, это наш, это Шома, тормози, Абдулла, это Шома, Шома, там, малик. Цага он сам, не знает, он дурак чуть-чуть. Это Шома. Это Шома, ой, это Шома наш, Вэнни Гуи, ты меня слышишь? Вэнни Гуи, ты слышишь? Это наш, Рокки, это наш хозяин. Это Шома, это наш, блядь. Слышишь, блядь? Да-да, герз, да я, автомат. А знаю, блядь, мешает, ты чё делаешь, блядь? А я, саду урдуал, а я, брат, короче, смотри. У тебя, короче, с ним то, что получилось, брат, по-моему, у тебя ничего с ним не получилось. Ты так взял, чисто сам себе накинул и конфликтуешь с ним в одну сторону. Ты не дослушал, я хотел рассказать момент. Именно с ним, вот с их семьей. Шома, извини, брат. Абдулла, дурак. Короче, из всех, как только залетели, там с нашей семьей. Сагор, Цунцани, у него, короче, да. Короче, кипиш получился. Идем сюда, идем, я тебя там не слышу, там дурак Абдулла приехал, там ничего не слышно. Ага, дальше, чё? И короче, была стрелка, был этот сапожник Саят. Валикум. Там Сабуру, ну вся эта толпа. Мы их, короче, раскромсали. Чётко, кувку, сам как? И как эти, ну, люди, скажем так, заезжали сюда, в гетто. Постоянно падали. Ну, бывали моменты, то, что они пытались что-то высрать. Ну, как бывает. Обиженный человек всегда высирает. Я никогда никому первому не высираю. Ну, ты сам знаешь, у нас вот такой менталитет. А
когда человек тебе что-то говорит, мы, естественно... Не, на самом деле, смотри, это я понял, брат, на самом деле, я тебе так скажу. У тебя никакого конфликта нету, ты сам себя там накинул себе что-то и типа, короче, в одну сторону. Он, по-моему, в курсе хотя бы, что ты конфликтуешь. Он знает это? Конечно, знает. Брат, ты мне факты это, какие-то... Это, смотри, это, то, что он неправильно... Любой человек, если сюда залетит, достойный, попытается здесь захватить все, что вообще двигается. Они зашли, да, двигают, начали двигаться, и ты говоришь, что он да. что-то сделал, там, косяк-мосяк. Ну, по факту, что случилось-то? Ну, от него именно. От Казаема, ладно, там, ну, вообще непонятные люди, там даже не люди, там роботы. А сам он что сделал? Я же говорю, чисто высер. Высер? Эй, хозяин! Чё повернулся? А я хозяин, а мы дерзкие и шныри, блядь. Хочешь воя, сука? Ава-ля-ава! Шава-шава, это наш, брат, Абдуллаху, он шутит вообще. Это наш, не стреляйте в него! А Шома, хозяинся? Шома? Эй, бесполезно! Да эй, айоу, да эй! Арбойнику! Вы чё делаете, эй, сатишься? Сахазишу! Сатиш, сатиш, эй, сатиш! Тормози, Шома, тормози, тормози, брат. Сацаешь, это наш войник, это Шома. Это все хорошо, брат, я подошел, салам алейкум, говорю всем общим, брат, я, бля, брат, зачем, блядь, через мату мне говорю? Это Абдулла, брат, он дурак, это дурак. А какая разница, брат, Абдулла, не Абдулла, бля, хоть не знаю, хоть Абдулла, кто бы ни был. Абдулла, брат, это Алихан, шичуешь, пригод ушу. Ой, хватит, Шома. Удается, он легко. Сталкиваешь, с помощью человека, лежащего на свете. Я его не знаю, брат, сразу. Войнигу, войнигу. Аула, аула. Аула. Оставь, дай мне пообщаться. Бьёх так, мол, против его пистолета, брат, натовские ракеты не работают же. Не, лучше с ним не связываться, брат, это самый опасный боевик. Короче, брат, и чё у нас, в общем, в итоге чё получается? Я говорю, он тебе выстрелил что-то, и ты, тебя это задело, да? Ай, это не раз, я же говорю, это не каждый раз высирает, сколько, да, тебе? Сколько бы мы не выделили, а это же, естественно, обоюдно, брат. А, ты же говорил мне, что ты не высираешь вообще. Я же говорю, в обратную сторону, я же сказал, в пятикратном. Так в чем его вина? Вы сираете друг друга, вы воюете, ну, вина, косяк какой. Ты же можешь сказать, да, он мой враг, но он достойный враг. А ты говоришь там про него плохие вещи? Если он достойный, достойный может быть сильный человек, правильно? Он не сильный? Который тебе даст хоть какой-то отпор. Брат, ты неужели видишь в людях достоинство только в тех, кто сильнее тебя? Неужели слабые бывают недостойные? Ты знаешь, что лучшие люди были слабыми? В его стороне нету такого. Просто другого момента в его стороне. Может, ты увидел, я лично не увидел. Я поэтому говорю. Я-то в каждом могу найти достойный момент, понимаешь? Просто суть, ты говоришь, недостойный поступок. Одно дело недостойный поступок, другое дело, что человек сам недостойный. Но тут ты различил сам то, что он просто недостойные поступки, моменты были. Так ты высираешь то же самое ему, вы воюете. Но пусть будет так, что, окей, мы воюем, но он достойный враг. Вот и все. На этом же можем как-то это... Не, ты смотри, когда человек пытается хорошо, он такие матерные слова сказал, но когда он пытается тебя как-то ущемить и сделать тебя, не знаю, каким-то, ниже себя... Когда вокруг их много, когда он пытается сделать ниже себя и задевает твое достоинство, эти моменты, делает такое. А ты, брат, не думал, смотри, такой момент, он собрал себя вокруг себя людей, почему ты не собрал? Сейчас. Муслим! А? Мы отошли, вы поцеловались. Ты че, дурак? Уйдем вон отсюда. Поцеловались. Бля, это же руки, Абдулла, я не знаю его. Я знал. Он дурак. Короче, мы же там виделись, брат, Грозным, сидели вместе. Я его в угол зажал в лифте, бля. Да, конечно, это понятно. Это Шома, это что за пистолет у тебя, покажи. Ты когда меня видел, бля, отражал, бля, там. Бомбы нет, брат, Desert Eagle чистый. Ты чё там в больнице B1-3 нажал и пришёл, что ли? Да, как в Counter-Strike, да? Не, брат, это опасно.
Короче, вот в итоге у нас что, брат, там? Нормально, да? Сабур уже достойный пацан получается, нет? Ну, если перетереть, ничего не знаю. Я с ним не перетирал, я с ним только обсирался. Ну, но ты вообще допускаешь моментов, что нужно с ним поговорить, обговорить, выговориться, там, все сделать? Может быть, ну, я же говорю, никакого в его сейчас сторону, никакого и позитива, и негатива. Так, ну, когда мы ехали, ты говорил плохие вещи. Это понятно. Скажи, вопрос, смотри, он, ты, по твоим словам, бека. Он плохой бека, человек, бека, он там бека, недостойный бека. Эти, то, но вокруг него есть люди. Это уже говорит о чем-то. А вокруг тебя, брат, почему нету людей? Почему ты не собрал такую же армию, не поехал воевать? Почему ты это не сделал? Вопрос задаю тебе. Я же тебе говорю, я не буду за себя рассказывать то, что я делал, и с моей стороны, почему сейчас никого нету. Я же говорю, Пускай они расскажут, пускай они скажут, или другие кто-нибудь, ну, у людей спросить. Мне сейчас поехать к ним и у них спросить это? Не, я же, ну, как я тебе буду рассказывать то, что... Как есть, скажи, брат, как есть, ничего не надо от себя добавлять. Как есть, скажи, так и так было, вот, короче, то вокруг меня были люди, но я был один там, что-нибудь. Конечно, были. Были, все тогда. Тогда вопросов нету, алейкум ассалам. Все, тогда вопросов нету. Завтра смотри, короче, давай 20:00 в это время. Вот здесь встретимся, Сабура, ты, я. Мы и обсудим, если вы выскочите там. Да, сенсей! В ухо говорят, не обращай, брат, внимания, мы это. Давай завтра встретимся и обговорим. Делиса наш хол. Начало. Я не могу сказать, что я пунктуальный в 20:00. Пунктуальный? Брат. Да. Это как понять? Ты же мужчина, как ты можешь быть не пунктуальным? Я же тебе говорю, ты... в этом формате вот сейчас, нормально. Вот, если получится... Лялы, крыса, я увидел, я думал. А ты когда говоришь, что я сейчас через 10 минут выйду из дома или поедем куда-нибудь, да. Ты тот, кто через 2 часа из дома выходит, да? Любое место, воля! Все, брат. Можно, сейчас я подойду, Ингуш. Абдула! Абдула! Салеря, муа ударвек, ёй! За ваш вату! Муа яка, салеря, акуль яка! А это, абдула, патронж, герсум, но. Абдула! Амди, мукзак. Хуизм, абдула, ахо. Ханди мокши, любой проблем, шома, бля, брат. Да. Уна, чу. Ема, ёх, ты же, уна, чу. Бля, это дроки, чё за бардак ходячий. Вау, бля! Вау, бля! Больной, не гуна. Своей троицкой выставили. Здоровье, бля, суки, бля! Вау, чу! Мы все чувили его? Чувил, чувил! Ваш брат, бля, болен, бля! Привет, главы гой! Подожди меня, машину! Ты когда не был болен, бля? Даже, даже! Иди сюда, за ноги возьми, бля, положи машину, бля! Чего забыл? Вау, остань, о! Зону, вамус! Вамус! Ты че, бля, делаешь ты? Я думал, я хочу. Пускай, иди нахуй отсюда. А все, ходи. Да, брат. Дерда, сейчас все. Нормально, как сам. Иди отсюда, бля. Ой, что это? Нахуй, блядь, иди, блядь! А, давай, иди, блядь! Какой жабы, блядь, болка на твоей жабе? Давай, блядь! Какой жабы? Рэд, блядь! Что такое жабы? Давай мне броник аптеку, дай мне. Подожди, на, патроны дам мне. Тебе, блядь, на свай нужен, блядь, больше ничего. Давай, бля, Асун. Грозный ехал, молчал, сейчас мне тут говорит что-то. Шныр говоришь. Рак, воят, воят вообще. Воят, а вот. Да, я тебя. Мне нужен патроны. На что? Пулемет, не видишь? Вот этот. Броник нужен тебе? Отойди отсюда. Конечно, нужен. А этот? Чома, отойди, бля, украсть, если не хочешь. Не, Вала, не хочу, бля, сейчас я перезайду. Братцы, есть кто-нибудь, прием? Муслим, ходи сюда. А, хорошо. Там Вала, брат, я сейчас перезайду, секунду. Я жду, брат. Хавала, Шома. А. На, я тебе все отдал, уйди отсюда. Тима, охуеть, хавала. Так. Броник.
Деньги есть у тебя, Тим? Поехали, аптек, ломусы. Сарни, а? Брат, муслим, изберг. Иди отсюда, уйди. Харуюш, тейк, куда я лацу, аптек, бавю, вэ. Алихан, о, да у тебя чат, чё. Стейк, лох, брат, аптек, лох. Я чё, а вы ебу, а чё, ге, на волок, чё. А, да. Вот, а, сам был, он идёт, он учёл. Абдо, Бекан, тебе надо что-нибудь? Нет, брат, всё есть, брат. Абдулла, нажми F12. Хуа, F12, нажми. Скрин я хоть я F12. Хусейн, майят это! Лаяк, убери! Где наш брат Ингуш? Адым! Брата, он тебе что-то говорит? Руки за голову, это не ограбление. Руки за голову, бля, ты! Вафля, бля! F12, нажми! А, why war, брат? Харуни гуф. Харуи F12, скрин ёхохво. Сунут я, бля, сосед, бабелла, милиции. Ты чё на пузо ложишься сразу? Мы ничего ещё не успели сказать тебе. Бекхан, тихо, брат, ты чё, бля? А как ты, Илан, Бекхан, как стрелять, а? Чисто профессионал. Айл, айл, на руку одну накину. Да яхо, маск, Бекхан, бля, инт. Поехали, уезжаем, а удаш? Жить, бля. Ай, ой, дурак, бля. Пойди, я чуга. Ой, я приорю. А вот, бля, чуга, уезжаем отсюда. Лертер, вали. Бля, хозя. А дочь, он тебя оскорбил, бля. Подожди, шума надо подождать, шум. F12, это один рокки, гейнер хезер ош, да я, ДНД ачсан. Гейнер, F12, круг побольше сделай вокруг себя. Хазио! Максимально сделал я. Все нормально, да. Лерт авати, кверт нажим, аудалуй, бра. Чува, мащечу! Сабарния, Шома сказал сейчас, зайдет, Сабарния. Шома, да, не дай. Даяк, даяк, хусе, майет, майет, это не стреляй, не мой. Любой, блядь, сейчас. Улец, апал бы, вала, вала, чуха, наверное, мухайдан, удалуй, да. Рэнди есть, кто на связи, блядь. Уезжай, уезжай, братан, уезжай, вала, чуха, наверное, да. Кормил вал, чувак. И витай, чуха, приор. Пошел вон быстрее, пошел вон быстрее. Мне тут удобно стоять, а чё там? Не похуй, блядь, стоять нахуй, блядь. Але, давал за чё, наверное, удалуй, да. А я тебе дырка, я цунгшу, я маршал дырон. А волен патрон задой лёгер два. Ишь борш, ингуш, брат, вот это непонятно. Эй, ауда луер, давай лайм, брат, тергел мод, кун вообще его. Алло, патрон. Мусы, вага, оба, рэя. Кеда соха, брат, васа, удалит тира санах, кеда. Вы больше не можете, 80 килограмм. Ваааа, я чё? Да вот так. А я чё? Да, ауда было, а? После. А? Хусин, ах, что? Мичау, хау хус. Ох, хау. Хау. Фе, маудалу, Абдулла, вот, субханалла. Шома, где ты? Хауа, сашим пригод ту. Мичао. Хауа, лон, больницы, жить гвец, в общем. Хауа, привращается, хауа. Ой, жить гвец, хауа. Хауа, лон. Хауа, лон, чуган, бой. Мичао, бекхан. Я зимовела. Харбило, я вене. Эй, ты кто, братан, ты кто? А, не бей. Ху не бей, бля, чё ты делаешь, бля? Да бей ты, Абдулла, нахай да аудалуй. Ну так, бля, он грантит взрывчатку, аж вене, гири он. Верни, что? Дракт, бля, хотел сделать. Хаула, чуга.
16 клапаны, кондиционер полный люкс. Алло, Бека, мечал вы. Хармелу, Шама! Ау, все, поехали. Да БМВ чухуешь, а вечер из приоричу целуешь. Хаула, больницы. Хаула, бет не шома, вауасать. Герз лошен, герз еще раз. Герз лошен. Герз лошен. Больницы, больницы. Бля, у него, бля, 500 дженариков сидят, отвечаю. Окей, ой, там вот, направо, направо, ой. Направо надо, югверз, хаул, югверз. Югверз, мечуэдо. Да, как аптечный кайфарик. Бог. Томми Яхр, Алихан, видите, муслим. Во-во-во. Чатыч. А? Алихан, который с нами играл? Алихан, который наш брат. За нами, бля! Тот Алихан, который мне тогда красную эту фуражку подарил, да? Я тебе дал же, Шама, у тебя я должен быть. Не или дал нет? Же, брат. Мы что есть сейчас? Как взять? Я передаю, брат, смотри, инвентарь открой. Я тебе дал, брат, у тебя два пулемета уже, по-моему. Абдулла. А, прикинь, да. Один забери, брат. Ла, брат. А я вообще нормально. Алло, Шама, один, алло. А что я приорин, да? Я уже отдал, брат. Я удивился, ты пулеметы себе фармишь, что ли, воля. Кидай я своих братьев. Хорошо, Тамерлан, давай, делай, грязь. Ты там? Ремень хуй чё? Давай, поехали. Это наша приора, на капот садись, Рокки. Шома! Рокки, наручник сядь! Шома, останься здесь, ты нам не нужен. Ингуш, боевой сядь, Ингуш, боевой сядь. Нашего брата забери хус, поехали с нами, брат. Боевой сядь. Эти возьмите. Что? Шома! А, брат. Вауасан, чурвай. Поехали, цена, дуалгой. Кызы, асит медклон. Бля, чё делаешь? А я это, я хочу, я это. А я хочу, я хочу, я хочу, да, вон, поехали. Мудак, бля. Хаудалуй, дама хайта, окнаран. Мечуй, чувак. Тут у нас спецсигнал. Женовой Рокки в городе, бля. Спецсигнал стоит, бля. Вау! Ты че? Аптеки переработал, что ли? Вау! Спецсигнал! Давай с кем-то воевать поедем. Мы едем как раз воевать. Апельсин калон, воля. Да это, да чухал. Рокки. Да. Бекхан не видел сегодня? Конечно видел, Бекхан мой брат. Латья еще. Земля любринаторы, земля любринаторы. Ну погоди, ты придумал, Рокки. Ой, конечно. Оце. Да я иди, чего я помню. Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит. Грустим мы о земле, она одна. Абдулла, ты еще в туалете играешь? Да. Сразу читу, чего-то. Да, его любой чё. Направо, 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 направо. Чего это, чуерзи? Чуерзи, любой чё, чухват, горячий, точки шкы свой, бля. Макис, стоят хаусу, нах бы хаусу, халга. Стоят, любой не делает. Да, у вас, ой, на вас, ашпрагон, ёй. Затем, блядь! Ёй, блядь! Да беде, да беде! Мы приехали, сука, бля! Ну, надо его, надо! А ты уезжаем, уезжаем, быстрее! Да! Чувак, дурак! Да, дома! Направо, наверху, посмотри. А не так, да, мы тазово. Он умывает.
Ты наоборот, в джин наоборот сам залез в руки, походу, брат. Сам селился в джин, брат. А справа нас бы, а я уходил. Вон, вон, исхуй ваш. Салам алейкум. Салам алейкум. Швейн бумацараун. Может они с нами, ей. Добить мукабье. Чуведон. Абдулла, тебя не слышно. F8, нажми F8, Абдулла. Меня слышно? Да, один забежал. Куда за... это, сука, зашел? Вот, вот здесь, вот здесь, вот здесь, где он? Где ты? Наверху, наверху, нету его, нету, внизу, хауса, ау, вот здесь, вот здесь. Меча. Ука, Шома? Ласун, 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 ласун. Меч хуй, ваша. А в гараже, в гараже он, в гараже он. Гараже, дай дашь он. А вот я его. Ласун, 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 тебе ласун. В гараже он, в гараже где-то. Меч хуй, ваша. Хаула, окей, хаула. Делай, бля! Куда верь, чё? Хозяин, хозяин, муслин. А? Роке, хозяин. А, ваша. Шейть ногу за, шейть ногу за. Матула, герз задах, брон, а эх, герз задах, герз задах. Давай, поехали, его нету нашего брата. Это наши союзники, поехали, уезжаем. Сын, тебя не слышно, брат. Уезжаем, это наши союзники, это наши союзники. Чувак, чувак, Шома, ваша, садись, брат. Поехали, посмотрим другие, может, а где мы? Это? Бекхан где? О, сынок! Ой-ой-ой, бля! Останови, эй, Оша! Тихо! Базару нет, эй! Оша, авал! Стреляй кто-то, бристо... Вот, 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 вот! Матро, это Оша! Арва! Где, где? Ой-ой-ой! А, блядь, это что было? Суки, блядь! Ну два, блядь! На пяти! На пяти, блядь! Ну два, блядь! Ну два, блядь! Сейчас нет аптек. Аптек, что еще, гад, санга? Аптек есть? Поднимите нашего брата. Аму Аллах турорт я. Рад не соль твои есть. Во-во. Все, все. Аборни ауде, ой. Аллах ту шу. О, бежит. Маск, маск камин. Маск сейчас на хате есть, брат. Машине тоже есть. Шесть доза просто. Ау. Броник хрю. Собрал. Мне нужны эти. Собрани, асханила. Мои это. Случайно, ваша. Случайно, случайно. Вала, случайно. Нет, надо, как его? Патроны. И аптеки изошли. А вуаля аптеки ты, патроны дай мне. Шома, патроны. Вы не можете хранить больше 20 килограмм в рюкзаке был. Сумку тебе купим сейчас, проблема. Кто приехал? Хаво? Хавола? Кому, кому еще? Хуе с вами. Ну, ваша патрон, шло. Армилу ветнак. Илон Маск, воля. Вы не можете хранить больше 20 после. Ну все, шереви кисю, а цак нахусас, ваше. Эээ, нахися шерей, там все, потом шлилонс. Э, поехали, короче. А, все. Ну все, а мясо для чего, ваше? Хилиться, хилиться, это аптеки, аптеки. А-а-а. Маску я тебе сейчас найду, брат, где машина наша? Берем, берем. Маск сейчас, а вот, 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 стой. Саврин, зацан, 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 тормози, тормози, здесь есть маска? Не мой, мабах, усай, не мой, он ду. Мутти, лацун. Алло, маска, вула, как раз Шома, твоя любимая. Хаячу! Ой, вула, хаячу! Хаячу! Шенедах, стель, вайлаш! Покидаем территорию дома, Бобок, ей! Давай, Бобок! Давай, давай, Бобок, давай, Бобок, Абдулла, админу, Езус! Админу, дилу, уезжаем, уезжаем! Они сами, они начали стрелять, осуждаю, осуждаю, осуждаю вообще. Дурак, бля, макиси, уезжаем. Ты бля, боишь, бо? Водитаем, аудал. Права, бля, ума яйца, чувак. Табачек прав даже нету. Поехали. Он сверху, все слезся. Блядь, бля. Куда уехай, мау? Иди сюда. Бля, патронов нету уже, щедедок. Как поднять тоже, бля, как поднять вообще? Поднять как его? Бля, это что за дурак? Легкий пулемет, а я же ему вайленил.
Сейчас. Шам просто поднялся и ушел, да? Все нормально. Я это. Как это, чтобы не смотреть сделал? Вот так вот, да. Я ничего не вижу. Шама там дерется, по-моему, еще я лучше. Я ничего не вижу, вообще ничего не знаю и ничего не вижу. А я не вижу, если что там, ничего. Ай, такая же. Рокки бежит, а я... Рокки со скоки. Подними, иди сюда, подними, подними, подними нас. Ёй, подними, айол, айди, отдохни, ехди, халатди. Медицинский набор на землю стражника принял человека на спину, оказывает медицинскую помощь, человек лежащий на земле. Рокки, а где второй? Доктор, у второго человека сэр, не видел? Сэр, не вижу, не все вижу. Понял, сейчас я подойду. Абдулла, аул, аул, я тебя прикрою, Абдулла, югал, югал. Югал, броник. Ты давай, аул, аул. Броник, я броник, ты его. Две минуты, босс, нет, минуху. Винесу, Абдулла, уходим отсюда, уезжаем, дулу тамила, алагатин. А вола, ничего, ох, а вола. Вола, уезжаем. А вола, и на ной бить теперь, и на ной инстаграм ши ешь волки. Да, не поднимай, воля. И да, войни, ой, хуни поднимай, уди. А, о, нормально, братан, воля, медик. Брат, воля, армену. Чуга, 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 чуга. Войни, жмуешь, ой, это наши, ой. Сулейман, это наши, эй, братва, извините, он чуть-чуть больной у нас. Бля, братан, суета здесь, Сулейман, бля. Хуй суй. Ты ой, чмоворозы, бля. Мой не чмобой, чмобой. Надо патроны. Где Тамерлан? Он ушел. Куда ушел? Мирскую жизнь, бля. Пальма бейте, мирскую жизнь. Уйди, чё. Мирскую жизнь. Ларта, уйо. У нас патроны, броники. Не-не-не, есть, брат, есть, я тебе свожу, есть, есть. Надо броники взять чуть-чуть. Ой-ой, это что за суета? Муслим, брат, самому передаю сам. Казахстан, Казахстан. Огромный салам Казахстану, но КЗМ не сотка. Тамерлан, взять тебе чё? От души, конечно, стечки наперед. Так, я чё хотел? Так. Рокки селезёнкин, да?